так, ну вроде никому не помешал, никто от меня не бегал, блядь. Салам алейкум. Здравия желаю, командир. Рассказывайте. Инспектор вашей дорожной патрульной службы пропуск министра Тумуша. Очень приятно. Слушаю вас. Нарушение имеется? Нет. Нарушение какое? Нарушение при повороте направо. Да. Слева. Да. Проходил пешеход на пешеходном переходе. Да. Вы не уступили дорогу пешехода. Да. Теперь послушайте меня внимательно, что я вам скажу. Теперь слушаю вас. Пешеход, он еще даже до середины дороги не дошел. Середины уже прошло. Даже не прошел. Вот, ну короче, вы сейчас хотите меня оформить, пожалуйста. Давайте, у меня запись есть. В виде регистратора, значит, будем это самое обжаловать. Если вы хотите оформить, пожалуйста, без проблем. Пожалуйста. Здесь. Во-первых, я прекрасно знаю, что вы здесь постоянно стоите. Во-вторых... Не слышно у вас! Во-вторых... Во-первых, говорите, я во-первых не слышу. А, я говорю, я прекрасно знаю, что вы здесь постоянно стоите. Во-первых. Ага. Вот. А что тут у нас... Во-вторых... Запись регистратора, я сейчас пойду домой, сниму показания. И здесь, конечно, сыновья посмотрят. Что? В странах везде камера здесь. Ничего не, ну прекрасно, хорошо. У вас же ведь тоже камера, да, есть? Ну, она работает, все нормально. Да, водитель. Хорошо. И еще ремень был у вас пристегнут, да? Да, конечно, господи, вы что? Точно? О чем вы? При меня пристегнутесь. О чем вы? А? Ремень пристегивается уже на автомате. Просто сел и пристегнул, и все. Я. Кельду? Я. Готовься. Ваши стажи здесь солидные стажи. Солидные, да. Возраст у вас 57, это сколько будет? 60 в октябре. А, 60. А? Нет, ну у нас же пенсия со скольки? 63. Это если бы в Советском Союзе жил бы, уже пенсионер бы был. Сейчас еще нет. Как бы. Рано. Ну и вот. С пенсионером уважаем. Ну все, хорошо. Спасибо. Отказывать не надо. Будьте здоровы. Хорошо.